Не знаю, говорил ли вам Александр Васильевич, как наш курс будет называться. А называться он будет «Живое или неживое». Напридумывал я для него достаточно много разных игрушек. Что у нас в конечном итоге получится, зависит в первую очередь от вас. Курс рабочий. Ну и давайте для начала вот о чем подумаем. Поднимайте руки, кто считает, что может отличить живой объект от неживого. О как! Ну, народ, вы корифеи, опускаем руки. Задача формулирована вот каким образом. Вы прилетели на планету Думбу-Юнгу. Вы первый человек, который в нее попал, про планету ничего не известно. Ваша задача – разобраться, есть ли на Думбу-Юнгу жизнь, а для этого надо уметь отличать живые объекты от неживых. Вот давайте у себя в тетрадочках 3-4 минуты даю подумать. Составьте список признаков, по которым вы собираетесь отличать живое от неживого. Вот вы смотрите на что-то, да? Вам надо понять, это живое или нет. На какие признаки будете ориентироваться. Итак, нумеруйте признаки. Поехали. А потом проведем конкурс. У кого больше пунктов, у кого пункты более основательные. Дело в том, что ваши пункты вы потом защищать будете. Живой рождается, ближе к питанию. Стоп. Все записываем. Итак, рождается, значит, размножается. Согласны? Или даже давайте ваши формулировки. Рождение, дыхание. Питание. Еще. Растет. Рост. Еще. Размножается. Умирает. Ага, умирает. Так, отлично. Теперь смотрите на свои списки. Вот кроме этих пяти, может быть, кто-нибудь еще? Может быть, сколько раз. Так, стоп, давайте договоримся. Здесь не выкрикивают. Поднять руку и сказать. Ваша рука блокирует, прошу. Движется. Движение. Важная вещь. Ну, без руки. Стоп. Только что договаривались. Не выкрикивают. Ага. Прошу. Реагирует. Отлично. Стрим. То есть чувствительность. Живой объект может меняться в ту или иную сторону при изменении внешних условий. Отлично. Дышит. Надо внимательно. Рефлекс. Еще раз. Рефлекс. Скажите, у морковки какие рефлексы? А морковка живая или нет? Ну, если ее уже съели, скорее всего, нет. У нас понятно, что морковка в супе не очень бывает. Так? Значит, а вот просто самая обычная морковка. Конечно, живая. Да, да. У подосиновика есть рефлекс? А подосиновик живой или нет? Живой. Конечно, живой. Так что рефлекс – это вещь, которая далеко не для всех живых организмов характерна. Ну, еще каким дополнением? Да. Состоит из клеток. Из клеток. Ага. Какое число вы в данном случае употребляете? Единственное или множественное? Ну, бывает единственное. Угу. Тогда из клетки. Видите, и здесь есть некоторая сложность. Дело в том, что если вы сказали из клеток, да, то ваши определения не попадут все одноклеточные. Ну, из одной или больше? Во. Вот это идея. Клеточное строение. Так. Вот это касается известных нам живых организмов планеты Земля. И мы будем исходить из того, что если на Думбу-Юнгу мы найдем что-то, отвечающее этим свойствам, то это, скорее всего, живое.
свой проверить. Еще раз? Воду надо проверить, если есть. Озоновый слой, чтобы излучения не было. И нужно еще анатомическое исследование. Анатомическое исследование. Ну и как вы по результатам анатомического исследования будете отличать живое от неживого? Скажите, анатомическое исследование вас и комара даст один и тот же результат или разный результат? Разный. Разный. Кто из вас не живой? Кто, кстати, знает, что это за наука анатомия? Говорят это слово часто, а определение попробуйте дать. Что это такое? Да. Наука о строении тела. Именно так, наука о строении тела. Ну и как по-вашему, у всех живых существ одинаковое строение тела или разное? Разное. Конечно, разное. Так что на анатомические различия я бы уж последний учиться у вас. Слишком разнообразно строение жизни. Хорошо. А сейчас буду показывать фокус. Некоторые. Я говорил, что ваши эти пункты вы будете защищать. Вот сейчас я по очереди пройдусь по всем пунктам, да, и приведу вам некоторые примеры, угу. А вы мне меня попробуйте опровергнуть. Берем первый пункт – рождение. А кто мне вообще может сказать? Кстати, объединим их. Рождение и смерть. Рождение и смерть – это две конечные точки жизни, привычных для вас организма. Начинается жизнь с рождения, кончается жизнь смертью. Классно. А теперь скажите, пожалуйста, а вот на нашей планете, не на какой-то Тунгуюмбу, а на нашей, есть ли бессмертные существа? Ну, да. Одноклеточные. Конечно. Вы совершенно правы. И гигантская количество. Не просто они есть, а их очень много. Так, все одноклеточные. Ну, про таких, как их назвал первооткрыватель Левенгук, зверюшек, они молекуляры. Так, амеба, инфузория, что-нибудь слышали? Да. Отлично. Скажите, а с чего начинается жизнь амеба? С какого события начинается жизнь амебы или инфузория? С деления кого? Клетки предшественника. Итак, жила клетка Вася. На определенном этапе клетка Вася выделилась на Машу и Петра Сергеевича. Сама клетка Вася при этом сохранилась или нет? Нет. Нет, она исчезла. Но дала начало двум другим организмам. Значит, деление клетки предшественника – это старт жизни, амебы и инфузория. Чем кончится их жизнь? Разделение. Деление. Каждый из них опять поделится. А теперь попробуйте дать определение смерти. А что же такое смерть? Конец жизни. Угу. Вот он, конец жизни. Это смерть? Прекращение жизнедеятельности организма. Ага. Можно так? Можно так. Но на самом деле потом налетим на одно исключение. Правда, его иногда называют обратимая смерть. Одноклеточные очень многие способны сделать какушку. На время выключить все жизненные процессы. Жизнедеятельность у них вообще прекратилась. Так? Как по-вашему, в этом состоянии они стареют будут или нет? Нет. Нет. Кто знает, как такое состояние называется? Анабиоз. Совершенно верно. Если клетка впала в анабиоз, убить ее нельзя. Вот скажите, можно ли убить этот слой? Нет. А почему нельзя? А он не живой. Убить его, разрушить, сломать можно, а вот убить нельзя. Ровно так же клетку в анабиозе убить невозможно. У нее просто нет никаких процессов, характерных для жизни. Сломать можно, правда, трудно. Потому что клетки, впадающие в анабиоз, очень мощно защищаются от всего на свете.
Почему анабиоз – это обратимая смерть? А дело в том, что если условия вокруг становятся благоприятными, подходящими, то клетка просыпается после смерти. Опять переходит в активное состояние, начинает питаться, дышать, расти, делиться и так далее. Как по-вашему, сколько времени может продолжаться вот эта обратимая смерть, остановка жизни? Очень долгое сколько? Год, 10 лет, 100 лет, 1000 лет? Не, бесконечно долго не выйдет, потом поймете, почему физика запрещает. Не биология, а именно физика. Здесь чисто экспериментальные данные. Проличную мерзлоту, слушай, ближе к северному и южному полюсу, иногда в высокогорье, находятся зоны, где земля никогда не оттает. Вода там всегда в состоянии льда, но на некоторой глубине. Дело в том, что вечная мерзлота – это идеальный консерватор. Все химические процессы в ней страшно замедлены, и поэтому ученые России, США, Канады, Швеции, полярных стран, да, к ним примыкают еще британцы, из Германии ребята, исследуют вечную мерзлоту для того, чтобы определить, какие процессы там будут. В частности, находят там вот такие клетки, которые давным-давно впали в нубиоз. И так осталось. А по порциям грунта, в некоторых случаях, можно достаточно точно определить время, когда он формировался. К нубиозу, кстати, способны споры некоторых растений. Мухов, папоротников. Они тоже попадают в нубиоз. У одного из моих учеников, Андрюшки Абрамова, в лаборатории на подоконнике растет листоценовый садик более полумиллиона лет назад. Активированы споры растений, которые жили на Земле именно в это время. А вот с бактериями удается еще хитрее. Насколько я знаю, во всяком случае, 3 года назад, древнейшие пробы удалось активировать бактерии, впавших в анабиоз более 2,5 миллионов лет назад. Жизнь в них замерла на 2,5 миллиона лет, а потом условия создали благоприятные, они опять активировались. О, как бывает. Но дело в том, что анабиоз в одном случае превращается в необратимый. То есть все, оживить нельзя. Кто догадался, в каком случае? Клетка впала в анабиоз. Да, переразрушается. Поэтому истинная смерть – это не просто остановка жизненной деятельности, а еще что? Разрушение. Разрушение организма. Умерший организм начинает разрушаться. Отлично. А вот теперь давайте посмотрим на конец жизни анабиоза. Похож ли ее конец жизни на смерть? Нет. Вместо того, чтобы разрушиться, да? Молодец. Да. Смотрите, вместо того, чтобы получить разрушение вот этого тела, мы имеем 2 новых, вполне работающих. Процесс прямо противоположный смерти. Да? Так что бессмертных организмов у нас на Земле достаточно много. Одноклеточных. Вопрос, а может ли вообще-то амеба или инфузория умереть? Да. Если ее съедят, да, но для них это несчастный случай. Так? Ну, амебу Васю слопля. При этом тело Васи будет разрушено или погибло? Нет, разрушено. Будет разрушено, все, привет, Вася умер. Да? Но обязательно ли смерть для одноклеточного? Или это скорее исключение? Скорее несчастный случай. Да, несчастный. Не повезло. Итак, тут мы разобрали рождение и смерть, как они характерны для живых существ. Рождение нового организма – это размножение, все чудесно, отлично. А теперь фокус. Такой жидкий металл – ртуть. Представляете себя? Да. Ага, представляете. Я взял капельку ртути и уронил сюда, на стол. Что с ней произойдет?
Из Париса. Далеко не сразу. Распадется на несколько капель. Именно так. Была одна капелька, а при ударе она просто расплещется, и каждый кусочек ртути примет тут же форму шарика. Был один шарик ртути, после некоторого события несколько шариков ртути меньшего размера. Объяснить, почему это не размножение. Еще раз. Так, слово запрещенный ход. Вы смотрите, что вы делаете. Наша задача определить, что такое жизнь, да? То есть мы исходим из того, что мы не знаем, что такое жизнь. Так что говорить, что это не размножение, потому что ртуть не живая, мы не можем. Мы пока не разобрали, что это такое. Да? Потому что мы разрушили принудительно. Разрушили? Как же разрушили? Был шарик, получили шарик. Но эти же шарики. Потому что она не сама, а под влиянием нас. А бактерия сама? Ну да. Хорошо, убираем влияние нас. Ртутная руда называется киновой. Один из вариантов ртутной руды представляет в себя выход киновая, день в пещере, да? То есть камни лежат на полу пещеры, а ртуть достаточно легко испаряется. Из киновария очень медленно, но испарение происходить будет? Да. Будет. А на потолке что будет происходить? Конденсация. Будет скапливаться порция уже жидкой металлической ртути. Отлично. А когда эта порция станет слишком большой, что произойдет? Упадет вниз, внизу что будет скапливаться? Разобьется на более мелкие. В чем отличает от мелких? И то, и другое событие без всякого вмешательства человека своим внутренним законом. А эти капельки не станут потом еще больше. Отлично. Но это вы отсылаетесь к другому. К какому смыслу жизни? Рост. Должен вас разочаровать. Что со временем будет с каждой этой микрокапелькой? В воздухе висят пары ртути. Конечно, увеличиваются. Можете прямо сегодня, вернувшись домой, заложить очень простой опыт. Для этого нужно три вещи. Стакан, который можете взять у родителей. Нужен кусок нитки. Так? И нужно 2-3 чайные ложки соли. Ничего другого не надо. Что делаете? Берете маленькую кастрюльку или металлическую кружку, всыпаете в нее 3-4 ложки соли, наливаете воды, так, и ставите погреться. Помешиваете. Дело в том, что при нагревании растворимость соли в воде резко возрастает. Со временем у вас в горячей среде вся соль растворится. Кристаллы будут видны или не будут видны? Не будут видны. Так? После этого переливаете полученный раствор в баночку, опускаете туда нитку, чтобы нитка не прилипла к дну, лучше сделать вот так. Вот ваш стакан. Возьмите вот так палочку. Привяжите к палочке нитку и вот так спустите. И через день, через два, посмотрите, что будет с ниткой. Кто догадался? Но не попробуйте капли соли, а кристаллы. Только не капли, кристаллы. Отлично. Отлично. Лишняя соль, ведь раствор у вас остыл. Пока он был горячий, очень много соли могло растворяться в воде. Теперь он остыл, столько соли в растворе удержаться не может. Выпадает излишек форме кристаллов. Кристаллам легче цепляться за какую-то неровную поверхность. Ну, стенки у чашки ровные, а нитка из волокон. Поэтому кристаллики будут в первую очередь здесь двигаться. Хорошо, а со временем что будет с размером этих кристаллов? Будет больше. Ага, отлично. Дайте определение роста для живых существ.
Что такое рост для живых существ? Опа. Деление клеток. Деление клеток. Значит, амеба не растет. Но она из одной клетки. Как только она поделилась, она перестала быть Васей, а стала уже двумя другими. Ребят, не мудрите, не мудрите, все очень просто. Степень, ой. Прям сплошной Сократ. Совершенствование, развитие. Здесь все просто как в баре. Увеличение размеров? Конечно. Увеличение размеров тела. Угу. Объясните, пожалуйста, с кристаллами, что происходит? Угу. То есть смотрим, что-то сходное с рождением, смертью, с размножением и ростом есть и среди неживых объектов. Отлично. А теперь попробуйте объяснить, что такое дыхание. И какой же газ, на какой газ меняется? Значит, ну давайте, ребят, привыкайте, мы дальше очень много будем пользоваться химическими знаками химических элементов. Кто знает, как обозначается кислород? Опа! Кто не знает, обязательно запишите. Да? Отлично. Итак, вы предлагаете, какое определение газообмена? О2 меняется на какой газ? На СО2, углекислый газ. А про бескислородное дыхание никто не слышал? Я слышал, что газ организма, а потом ага, а сейчас есть ли организмы, которые дышат без всякого кислорода? Растения. Ребят, у нас на планете очень многие живые существа для дыхания не используют никакой кислород. Вообще-то, дней через 10 вы поймете, что кислород это никакой не газ жизни, это очень сильный яд. Не просто сильный, а очень сильный яд. Так? И нужен он нам для одного единственного процесса. Но важность этого процесса настолько велика, что живые клетки предпочитают выставлять 6 эшелонов защиты против действия этого яда для того, чтобы воспользоваться преимуществами. Значит, на самом деле дыханием в биологии называется совсем другое. Газообмен – это одно, дыхание – совершенно другое. Но если вы приведете такое определение дыхания, тогда скажите, пожалуйста, а во время лесного пожара, да, что будет происходить? А ровно такой же процесс. Так огонь что, живой получается? Это вряд ли. Вроде понятно, что огонь не очень живой. Значит, еще раз. У какого? Он у вас сжигается, то есть кислород горючий, да? Ага. Внимание, сейчас уничтожу планету. Сколько у нас в атмосфере кислорода? 29. Ага. То есть у нас в атмосфере планеты 29% горючего газа. Согласны? Все. Все, ребят. Все на Земле кончилось. Я поджег кислород. Угу. Кислород абсолютно не горючий. Он поддерживает горение, совершенно другое дело. Но сам кислород гореть не умеет. Угу. Понимаете? Хорошо, если вы взяли искру в горючий газ, закинули, что с ним будет? Ну, разумеется. Вы понимаете, что сейчас я взорвал земной шар? Угу. Так что, как вы видите, с дыханием сложно. Но дыхание настолько сложный, настолько важный процесс, что как следует мы с ним возиться будем дальше. Хорошо.
питанием несколько полегче будет. Это я сразу говорю. Кто может рассказать, что такое питание? Что в биологии называется питанием? Прошу. Получение минеральных веществ. Классно. Слушайте, давайте я немножко песка ко мне с улицы принесу, и вы покажете, как вы ими позавтракаете. Не совсем его производство. Производство. Ребят, вот, чертовски интересная вещь. К сожалению, именно этому учат очень многих школах. Говорить умные слова. Не очень хорошо понимаю, что они означают. Главное просто сказать в единицу времени побольше умных слов. Вот давайте на наших занятиях мы от этого будем отвыкать. Старайтесь говорить проще. Условие одно, как следует понимать то, что вы сказали. То есть если вы что-то говорите, вы должны уметь это дело объяснить. И не бойтесь ошибаться, ради бога, все люди ошибаются. Кто понимает, какие люди вообще никогда не ошибаются, которые вообще ничего не делают. Так? А все остальные, конечно, ошибаются. Это не страшно. Страшно не учиться на собственных ошибках. А ошибаться не страшно. Итак, питание. Будьте проще. Повышение солей. Ладно, я на перемене порекомендую вашей маме на обед вам дать только соль. Первый раз вы предложили минеральные вещества, то есть песок и камни. Второй раз использовали другой термин, на самом деле для того же самого соля. Потребление других живых организмов. Опа! А морковка какие живые организмы потребляют? Вас? То есть на вас нападают хищные морковки, и это с вами говорят. Прошу вас. Ага, очень неплохо. Но только ли органических веществ? Скажите, а без поваренной соли вы обойдетесь? Нет. Исключительно быстро, то есть через несколько месяцев, у вас начнутся тяжелейшие проблемы в организме, которые кончатся смертью. Хорошо. Получение строительного материала, энергии. Так. Ну, вы коррекции действительно отлично, вы сразу по обоим пунктам прошли. Но давайте мы сначала все-таки по этапу пойдем. Итак, питание очень просто. Получение всех веществ, необходимых организму. Точка. Получать их можно очень по-разному. Разные живые организмы делают совершенно по-разному. Но вот все процессы, которые приводят к получению нужных веществ, потом, видите, одно исключение есть. И называется питание. Хорошо. А для чего эти вещества используются? Если вас не кормить, вам будет трудно. А почему? Да. Для создания энергии в организме. Ну, для получения энергии, согласен. Ну, и в качестве стройматериала. Совершенно верно. Хорошо, берем. Итак, питание. Получение веществ из внешней среды, необходимо для организма, для использовать в качестве стройматериала и в качестве источника энергии. Классно. А теперь вспоминайте вот это, да, и судьбу капельки ртути. Они получают вещества из внешней среды? Вот это перестали. Вокруг него раствор соли. Почему он увеличивается в развитии? Он не увеличивается, он скапливается. Из чего? Из раствора соли. Берем вот этот кристалл.
называемого конечно Саша, вот розовый кристалл Саша. Для него внешняя среда это что? Все остальное. Непосредственно та внешняя среда, с которой он имеет контакт. Веревка, вода. Чистая вода? Раствор соли. Отлично. Вопрос, за счет чего растет Саша? Скапливается соль на нем. На нем откуда соль? Из воды. Из раствора. Не из воды, а из раствора. Отлично. Вопрос. За счет чего растете вы? Да? За счет получения веществ. Откуда? Из растений. Стоп. Эти растения внутри вас выросли? Из внешней среды. В чем отличие от кристаллов, Саша? В обоих случаях увеличение размера за счет получения веществ из внешней среды. В чем отличие? Угу. Хорошо. Движение. Ну, такое движение вроде секунды. Угу. Отлично. Скажите, пожалуйста, а во время камнепада или снежная лавина? Весь материал, который находится на горном склоне, находится в покое или в движении? Он что, от этого стал живым? Нет. То есть движение характерно только для живых организмов или не только? Не только. Ага. Смотрите на поверхность моря, когда пойдете купаться. Она совершенно гладкая. Как зеркало или нет? Нет. А что на нем? Волны. А волны стоят на месте? Нет. Ветер. Еще раз. Ветер. А ветер стоит на месте? Нет. Так что движение характерно только для живых организмов или нет? Нет. Нет. Дальше. Реакция. Реагирование. То есть изменение собственного состояния под действием внешних условий. Так? Хорошо. Я взял кусок пластилина и шарахнул по нему молотком. Угу. Он отреагирует или нет? Он изменит свою форму. Его состояние изменится? Так? Я взял кусок стекла и по нему шарахнул. Отреагирует или нет? Ну да. Да еще как отреагирует. Так что вы видите, такое простое представление о реагировании, как просто об изменении тела под действием внешних сил, характерно отнюдь не только для живых организмов, так? Но и вполне для неживого. Вот. Ну, такое клеточное строение, об этом мы с вами будем говорить совсем не сейчас, одной простой причине. По той причине, что вы не очень представляете, даже если думаете, что представляете, пока что не очень представляете, что такое клетка, как на самом деле устроены и живут клетки, а не разобравшись в этом, ну просто совершенно невозможно всерьез разобраться в жизни. Это будет наша первая глобальная задача. На это идут первые 10 дней. Причем самое интересное, что 7 дней из 10 мы будем заниматься с вами почти исключительно физикой и химией. Потому что без этого современная биология абсолютно немыслима. Современная биология – это физика, химия и математика, а уж только после этого – зверюшки и морковки. Так? Потому что как следует понять жизнь, можно только если понимать, как она устроена. Суммируем, это наш с вами первый час. Как вы видите, взять и определить жизнь, просто наблюдая за отдельными признаками, не удается. Каждый из этих признаков может быть как у живого, так и у неживого объекта. Понимаете? Смотрите, мы весь список прошли. И увидели,
следствие, что все эти признаки встречаются в средине живых. А ну-ка теперь такой зачетный вопрос. Ну, после этого разбора. Может, кому-нибудь придет в голову идейка, как же все-таки отличить живой объект от неживого? Ну, включайте мозги. Или я вас совсем загипнотизировал своим шипением? Прошу. Давайте. У живого организма должны меняться все эти признаки. О! Гениально! Значит, в том-то и дело, смотрите, что мы делали. Я вам каждый раз, за редкими исключениями, приводил новый пример. А можете ли вы назвать хоть один неживой объект, у которого все эти признаки вместе были? А вот такого неживого объекта нет. Так? Давайте запишем коротко такую вещь. Жизнь не определяется. Жизнь не определяется. Через отдельные признаки живого. А только через общую систему всех признаков. Только так и никак иначе.